Баку пытается продолжением вот этой блокады Арцаха достичь этой цели. Продолжает, я полагаю, безуспешно. Успеха Баку в этом не достигнет. И сейчас идет война, так называемая война на выматывание, война нервов, в которой Баку все еще пытается этого достичь. Расклад сил Армении и Азербайджана в Лачинском кризисе, я не побоюсь этого сказать, приблизительно одинаковый. Поскольку долго держать коридор закрытым Алиев не сумеет, у него нет этого ресурса, Армения будет продолжать требовать открытия коридора. Рано или поздно Алиев его откроет. Поэтому расклад сил приблизительно одинаковым. Главное продолжать стоять на своем и требовать исправления этой недопустимой ситуации, требовать исправления этой ситуации, которая ведет к очередному геноциду армянского народа.